Детектив Кастелланос. Всегда рада повидаться. Хорошо. Театр. Я иду за тобой. Черта, здесь это понавешено. Проклятие. Лили внутри.
представление моей прекрасной обскуры. Может быть, это тебе понравится больше. Слушай. Нет, помогите мне. Мой главный шедевр еще не закончен. Но ты не достоин того, чтобы увидеть его, пока не научишься ценить мое искусство. Слушай, слушай эти вопли, эхо моих трудов. Ценить искусство, да? Пора проверить теорию Хоффман. У кого-то проблемы.
Сейчас его на части порвут. Может, застану врасплох? Эй, ты там! Помоги мне! Что стоишь? Ты же меня слышишь? Помоги! Спасибо! Черт! Снова лезут! Лезут оттуда! Ты мой спаситель. Я уж почти отчаялся. Ты из поисковой партии. Как оказался здесь? Искал кое-что. И что же именно? Слушай, здесь опасно. Пошли в убежище поговорим. Ну, веди. Пойдем. Заходи. Им сюда не добраться. Спасибо за то, что помог мне. Я Сайкс. Себастьян Кастелланос. Кастелланос. Слыхал о тебе. Ты ведь выжил в маяке, так? Откуда знаешь? Я программист Эм, но специалист широкий. Могу взломать базу данных. И узнать то, о чем другие не подозревают. Даже члены моей группы. Тогда ты знаешь Лили. Угу. Мы все пытаемся ее найти. Правда, пока безрезультатно. Ты поэтому здесь? Да. Но если помощи от тебя не будет, то и разговаривать нам не о чем. Счастливо оставаться. Эй, подожди. Мы еще можем друг друга выручить. Хорошо бы.
Знаешь, тут снаряжение есть. Может, тебе пригодится. Можешь взять все, что тебе нравится. Захочешь узнать, что я предлагаю? Возвращайся. Ладно, я тебя слушаю. Про какую помощь ты говоришь? Ты должен заново запустить сервер в сети. Это проще простого, если только там нет этих выродков. Он расположен здесь. Погоди, погоди, я еще ни на что не соглашался. Мне-то какая в этом выгода? Если сделаешь это для меня, я открою тебе все тайники с припасами. А тебе это для чего? Если ты запустишь сервер, я смогу отыскать другой путь из Юниона. Есть способ выбраться из Юниона? На 100% не уверен. Но хочу попробовать. Они потеряли связь со Стэм. Мы полностью отрезаны. Если не найдем ядро, все здесь погибнем. Если только я не найду выход. Как это возможно? Ты реально хочешь сейчас выслушать кучу технической белиберды? Значит, нужно просто включить его? А почему сервер вообще выключился? Ты включаешь сервер. А я пробую найти выход. Посмотри вокруг. Все разваливается на куски. Странно, что хоть что-то еще работает. Хотя, не исключаю, что Мёбиус отключил его специально. У них много разных аварийных протоколов. Сомневаешься в решениях всемогущего Мёбиуса? Слушай, я не против быть простым сотрудником. Но когда меня хотят пустить в расход, тут я и начинаю искать запасной выход. Смекаешь? Да, смекаю. Ну так ты поможешь мне или нет? Thank you.
вроде получилось. Теперь назад к Сайксу. С возвращением, детектив.
Знал, что вернешься. Сервер подключен. Да, я уже вошел. Отпер все контейнеры с припасами, как и обещал. Попробуй открыть вон тот.